Здравствуйте! Вы смотрите программу «В движении». Мы продолжаем работать и записывать интервью из дома в рамках мер по самоизоляции. Меня зовут Равид Гор, и в этом выпуске программы мы исполняем обещание продолжить интервьюировать наших соотечественников из разных стран о жизни во время пандемии коронавируса. Сегодня с нами на связи собеседники США, Кореи, Израиля и Германии. Как видите, весьма обширная география. Итак, приступим. Изначально, в принципе, мы серьезно не воспринимали, мы наблюдали за Китаем, а потом уже эпидемия стала распространяться и у нас приехала одна кореянка, которая побывала в Китае, и через нее пошла большая вспышка. Вот, и уже государство стало принимать определенные меры, естественно, государственные школы были закрыты, некоторые предприятия были закрыты, некоторые предприятия, люди работали на удаленной работе. Вот, но все-таки у нас продолжали работать кафе, кинотеатры, магазины, то есть это ничего не было закрыто. У нас в начале, когда только-только объявили карантин, парки, все эти места были открыты. И как бы все люди сразу понеслись на океан, в парки, и как бы там было уже столпотворение, и поэтому после этого сразу быстренько все закрыли, сказали, даже на игровые площадки нельзя ходить. В нашем городе, в принципе, карантин объявили официально 20 марта. В Германии в целом я знаю, что карантин объявили с начала февраля. И постепенно федеральные земли, так как их в Германии 16, они постепенно друг за другом объявляли карантин. Первые, допустим, дни, когда это начиналось, давай посмотрим, что было 2 месяца назад, когда мы все смотрели по телевизору, что происходит в Китае. И мы на самом деле к этому серьезно не относились, потому что это было далеко от нас. И все пришло, когда это к нам. И потихоньку люди остались без работы. Ну, сейчас, мне кажется, как бы есть несколько стадий, да. Вначале все были сначала не верили, потом, конечно, был шок для людей, что как бы это касается всех, и всем нужно сидеть дома. Теперь как-то люди, мне кажется, более-менее смиряются, и уже, ну, кажется, зависит, как люди, некоторые люди боятся ходить в магазины, как бы заказывать домой доставку. Многие начали паниковать. У нас даже были такие случаи, что в магазинах раскупили продукты. Но это буквально недолго было. В течение недели, наверное, это все восстановилось. Не было в продаже масок. Нам немножко повезло, потому что наш губернатор как бы сразу принял меры. И как только как бы все это начиналось, она быстро приняла решение вести карантин. И, мне кажется, поэтому у нас более-менее не так много случаев. Ну, если изначально просто люди носили маски, то потом стало все обрабатываться везде. То есть у нас в лифтах, везде, куда бы ты ни зашел, везде есть санитайзеры. Люди сразу обрабатывают руки. Обязательное ношение масок. В городе нельзя передвигаться. Можно только в каких-то чрезвычайных случаях, там, если надо лекарства срочно или что-то такое, магазины. Здесь все закрыто, работают только продуктовые, только строительные магазины. Все остальное не работает. Во-первых, ежедневно на телефон нам приходят смски, где сообщается, кто заболел, сколько лет, в каком районе, где живет, где ходил. И люди могут это видеть. Есть такие приложения даже специально. Можно посмотреть, в твоем районе есть зараженные или нет. Нельзя в Германии встречаться с друзьями, нельзя собираться группами, например, больше там 3-4 человек, если это не члены твоей семьи, если ты не проживаешь с этими людьми, ну, так скажем, в одном доме, да, в одной квартире. When I've been out, from my experience, people are pretty good about it. People seem to be like maintaining distance away from each other. The stores only let limited number of people in at a time. Значит, ни кафе, ни рестораны, ни магазины, ни кинотеатры, ни парки не были закрыты. Единственное, что было на государственном уровне, отменены крупные большие мероприятия. Не все с этим смирились сразу, из-за этого было вначале
какой-то маленький такой хаос, а со временем я смотрю, что люди начинают все больше и больше понимать и соблюдать эти правила, потому что все хотят, чтобы это закончилось. Обязательных мер нет. Корейцы сами по себе очень послушный народ, дисциплинированный. Вот, поэтому если им сказали, что вот нужно справиться с распространением вируса, они и сами многие не выходили на улицу. Как государство помогает тем, кто потерял работу или сидит в отпуске без оплаты? Пожилым людям их снабжают едой. Да, снабжают едой, чтобы у них были обеды, чтобы очень много денег уходит в этой сфере, то есть это только государство, да, может помочь в этом. I've heard the unemployment rate maybe is about 20% now, instead of it used to be 3 or 4%. And the federal government is sending people a check of just money, I think a couple thousand dollars. Which is nice, but if the quarantine goes on very long, it's, you know, not enough to pay rent and things like that. В Германии есть большой плюс – это поддержка. Поддержка и государства, поддержка людей, компаний, в которые они работают. Здесь, например, конечно, сейчас очень страдают авиакомпании. Это понятно. Да, то есть люди остались вообще без работы. Но здесь людей не увольняют. Просто компания подает заявление на то, что ей необходима господдержка. Да, занимается государство, да, занимается армия, помогает нам тоже развозить все. Муниполитет тоже выкладывает все свои ресурсы, чтобы обеспечить их едой. Как бы. И это тоже необходимо, потому что то есть, если это не делать, они просто умрут в голову. Что касается экономики, я думаю, что да, какой-то баланс, ну вот в данной степени, ну в Корее, не знаю, как в других странах, в Корее это, наверное, поможет как-то сохранить вот экономику на нужном уровне. Но все-таки я думаю, что по экономике, несмотря на даже вот этот баланс, это сильно ударит. Люди не перестали потреблять. Да, мы сидим дома, но мы продолжаем потреблять. Мы потребители по своей натуре. Да, мы продолжаем покупать, мы продолжаем сидеть в интернете, и теперь просто шопинг у нас идет онлайн. Что получилось с бизнесом? Что это тоже, я считаю, государство должно этим заняться, но оно пока что еще нерешительно не принимает меры к этому. То есть эти люди, которые держат бизнес, которые платят большие налоги, месяц, на которых, можно сказать, построено государство, они не получают... Это же безработица, понимаешь, то есть у них нету какого-то минимума. Сейчас вот говорят о том, что сейчас хотят дать этот маленький минимум, но они все равно не получают официально так же, как вот обычный человек, который работает у кого-то. Я не наблюдаю такой картины вообще. Мне это нравится здесь, и я вижу, как передается определенная информация в новостной ленте. То есть я вижу, что это сухо факты, без любой какой-то оценки своей, там, предвзятой, да, непредвзятой. То есть людям сообщают то, что есть по факту. Сложными новостями, если докажет и кто-то подаст. Я думаю, что да, будет штраф и все. Сейчас и Facebook начал работать на это, чтобы как бы не распространять фейки. Те, которые распространяют фейки, есть наказание и штраф. I don't read a ton of news, but I have seen that... there's been news on, like, I guess news is the wrong word, but stories on treatments that aren't proven to work, like home remedies or medicines that people say work. So that kind of, like false, like health news, I guess, false medical news. Is what I've seen mostly. Скажите, пожалуйста, а как, на ваш взгляд, система здравоохранения справляется с наплывом больных?
Нет, такого я вообще не слышала, чтобы у нас было в новостях, что врачи валятся с ног, коек не хватает. Я думаю, в этом плане у нас все хорошо. То есть ничего такого у нас не было. Вот. Даже я могу сказать, да, вот спросите, среди моих знакомых есть кто-то, кто заболел коронавирусом? Я никого не знаю. Например, кто заболел раком, пожалуйста, я могу перечислить гораздо, ну, гораздо больше, да, количество людей. And if you need to go to the hospital for some other reason, you can. They have available resources for you. Mm-hmm. Да, наш губернатор недавно выслал несколько вентиляторов штату Нью-Йорк, потому что у них как бы большая нехватка, а нам пока вроде бы не надо. Я разговариваю с медбратами, разговариваю, мне интересно всегда как бы знать много мнений, из-за этого я могу сказать, что он мне сказал, что они на измоте. И они стараются, и они работают. Это действительно уже как бы не работа, а это, как тебе сказать, идеология «Спасти мир» у них есть. Опасаемся, и поэтому как поддерживаем губернатора с карантином. Люди как бы стараются не выходить из дома, чтобы как бы вот эта кривая, которая да, идет, она не взлетела вверх и не стала напрягать бы больницы. Дело в том, что у нас родственник ближайший, который живет с нами, мы живем в одном доме, сейчас он работает добровольцем в службе здравоохранения при правительстве Германии, что действительно привозят аппараты ЭВЛ из Австрии без Einleitungen, это без инструкций, потому что просто не успевают даже. А на самом деле сейчас я выучился того, что сейчас это коронавирус, да, тяжелое время, есть очень много людей, которые действительно волонтеры, вот это имя волонтеры, я понял, что это люди, которые, они дают от себя, понимаешь, они не обязаны действительно делать, но они дают от себя, они теряют свое дорогое время, у них у всех есть дети, у них у всех есть семьи, и они, видишь, вызвались на эту беду и сидят, и это очень много часов мы этому укладываем, это без них это было бы невозможно, как бы они молодцы, что я тебе скажу. There's a kind of like a local Facebook called Nextdoor that people post requests for help or offers of assistance on. It's nothing new, but I have seen people posting that they need you know, someone to get groceries or whatever for them. And then in our very local neighborhood, we've offered some of our older neighbors help if they, you know, need someone to go get groceries or something for them. Ну, лично мое мнение такое. Был и МЕРС, был и САРС. У нас ежегодно практически бывает почти уже ядерная война с Северной Кореей, поэтому, наверное, выработался какой-то иммунитет. Ну, нам в этом случае немножко, конечно, повезло, что мы можем работать, как мы оба можем работать в удаленном режиме. То есть мы уже почти месяц сидим дома и работаем с дома, поэтому как бы скучать не приходится, еще как бы есть работа, полная ставка, поэтому сильно много свободного времени нет у нас. Есть люди, которым важно было купить, допустим, дорогую машину, если купить дорогие вещи. И сейчас приоритеты поменялись, естественно, потому что сейчас люди думают, как выжить, как прокормить свою семью. И ты понял, что есть вещи намного более важнее, я считаю, чем это. Ну, это я как бы так считаю, понимаешь, это мое мнение. Да, у меня очень много в жизни изменилось. И это все связано, конечно, с финансом. Это связано... Что ты делаешь для кого-то, что ты делаешь для себя. Все изменилось. Ну, есть, конечно, экономится время на дорогу, которую раньше мы тратили. Как бы это радует. И мы проводим больше времени с семьей, обедаем вместе, ужинаем вместе. Раньше это было очень редко. Стараемся гулять на улице и больше проводить время с семьей. Но здесь главное, я считаю, занимать себя, да, то есть делать полезные вещи, саморазвиваться, самообучаться, использовать это время для, там, онлайн сейчас обучение полно, да, они уже давно вошли в обиход, да, то есть активно онлайн образование развивается, сейчас самое время. Don't panic and
I guess try and enjoy, if you're quarantined, try and enjoy your time as best you can and spend time with your kids. Я единственное могу сказать, что сейчас от себя, сейчас перед нами тяжелое время, и мир меняется у нас на глазах, и надо все время смотреть во все стороны и побольше начинать помогать своему ближнему. Потому что я считаю, что если я один останусь в этом мире, выживу, да, и у меня, я могу что-то дать кому-то помочь и в чем-то, и в конце я останусь один, то я проиграю, то это не важно. То есть надо объединяться, надо помогать больше, надо больше заниматься. Вот, к примеру, то есть, это волонтер, это маленькая вещь, да? Есть еще во всем, в чем можно, надо стараться помогать и объединяться, потому что победить вот эту эпидемию, я думаю, что большинство людей, если будут вместе, это будет намного легче. Крепкого здоровья всем, всем надежды. Все это, конечно, кончится когда-нибудь, и все встанет на свои места. Хотела пожелать людям воспользоваться этой возможностью немножко такой тихой жизни, проводить побольше времени с семьей, с друзьями, как бы онлайн. Огромное спасибо, это была интересная беседа, и надеюсь, нашим зрителям понравилось. Благодарю вас.